мы делаем замкнутый водооборот. То информацию, что есть в интернете, мне понравился ваш подход к очистке воды, потому что было сравнение с танкпэтом. Вот, соответственно, я к вам обратился. Ну а сейчас у нас просто познакомиться. Вопрос. Вы, скажем так, обучаете по переработке вторичных пластмасс. Что входит в это обучение? Какая программа? Что на выходе? Ну, я бы не сказал, что мы прям обучаем. То есть у нас там сайт Recyclaim.info, там можно купить просто курс для самостоятельного изучения, курс по грануляции. То есть там курс из 12 модулей. Ну, это, в общем-то, для новичков, где рассказано, какие вообще материалы, что нужно закупать, как отличать, как оборудование подобрать, как с этим, какие проблемы, на что обращать внимание. Там 12 модулей вот для начинающих. Это курс для самостоятельного изучения. Для тех, кто, допустим, уже это там прошел, нужны какие-то более углубленные, мы просто предлагаем консультацию с выездом на наш завод. То есть человек приезжает к нам на завод, там, если это там пару часов, то 100 тысяч рублей платит. Приезжает на завод, ходит, смотрит, задает вопросы, спрашивает, а это как, а это что, а здесь как быть. То есть рассказывает свои наболевшие, как бы, да. И мы в течение там 2-3 часов с ним общаемся, отвечаем на вопросы и наглядно что-то показываем. То есть вот в таком формате. Я понял. По водоочистке, по полигонным отходам, это набор компетенций сколько лет? Перерабатываем лет 5 уже, наверное, полигонные отходы так. Минимум, наверное, да. А у вас тех берете, нет? Что-то брали, что-то берем, может быть. Ну, мы берем со всей России, то есть мы там закупаем отходы с полигонов даже Казахстана и Белоруссии. Там, где лучше качество сортировки, там, где лучшие условия, цена, все это переменные. Они здесь то лучше, то хуже, здесь лучше, здесь. Ну, то есть мы со всего рынка закупаем. А где завод находится? Калужская область, Малороссийск, 110 километров от Москвы. Есть какие-то вопросы? Мы здесь, пожалуйста, приходите, уточняйте, спрашивайте, ходите. Все, что непонятно, постараюсь ответить. Хорошо, спасибо. Пока не за что. Да. Вам удачно.